Здравствуйте, меня зовут Сьон Ким, я вице-президент компании BlueSight. Я очень рад представить игру Kingdom Under Fire Circle of Doom. Это наша вторая разработка. Дебютный проект компании Kingdom Under Fire Heroes пришелся по вкусу многим геймерам, а также был хорошо оценен критиками. Kingdom Under Fire Circle of Doom — это экшен-РПГ, которая представляет собой эдакое ответвление от оригинальной игры. Это полноценный сиквел, а не дополнение. Новая игра обладает комплексным геймплеем, но при этом освоить ее несложно. Например, мы сделали разветвленную систему способностей, которых всего насчитывается более 50 штук, и каждая из них имеет 3 уровня развития. Скажем, вы можете наложить на свою броню заклинание, которое превратит нанесенный вам урон в опыт или очки умений. При этом вы сразу же вольны воспользоваться другим навыком под названием self-stabbing. Он позволяет персонажу ранить себя самого и получать таким образом очки умений. Заклятие брони можно изменить, и при ранении вы будете получать деньги вместо опыта. Перспективы развития персонажа очень широки. Очки умений необходимы для совершенствования боевых навыков. Как я уже говорил, сюжет игры разворачивается параллельно с историей первой части, при этом они неразрывно связаны. Kingdom Under Fire выйдет в следующем году на Xbox 360.